Hello, my beautiful friends, and welcome back to my channel. My name is Tania Levy, and I'm a voice teacher from Germany. Now with my studio, stage art studio here in Singapore. I teach every day all around the world via Skype, also in person. So if you wanna get strong with your voice, learn how to kick ass, and use those stage crafts into your daily life, then this is the best chance to contact me via my homepage, Tania Levy Vocal Studios. To give you educational, helpful tips that you can use to improve your voice. Thank you so much for tuning in, and I see you in my next video. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Меня зовут Таня, и я из Германии, но я живу вот здесь, в Сингапуре. Сегодня я хочу попробовать сделать анализ, или как я говорю по-английски, breakdown. Я вокальный учитель из Германии, и да, я вроде бы по-немецки и по-английски работаю, но сегодня я хотела попробовать сделать это по-русски. Это будет типа как микс русский-английский, и да, сразу хочу сказать, извините, пожалуйста, если мой русский уже засыпает, очень страшно засыпает. Но потому что многие люди написали, что они очень сильно бы хотели реакцию и постановку по-русски, я попробую сегодня это сделать для вас. Пожалуйста, посмотрите на мой веб-сайт Tania Levy Vocal Studio here in Singapore, если вы хотите вокальный урок на Skype. Сегодня я бы хотела посмотреть на лобода. Ну, я очень-очень люблю слышать ее музыку, она делает очень крутые, хорошие music videos, и музыка мне очень сильно тоже нравится. Сегодня мы посмотрим, как она вообще поет на сцене, и как это все называется. Я по-английски, по-русски попробую это все для вас сделать. Окей, давай попробуем посмотреть сегодня на Авторадио. Это очень интересно и хорошо, потому что многие вещи, которые я смотрю из России, многие от этих вещей, они lip-sync. Они все под фонограммы поют, очень много. И я думаю, что это очень хорошо, что этот Авторадио существует, что нам посмотреть, как они вживую поют вроде бы. Давай посмотрим. Раз пришел. Я закрытыми глазами прямо в пропасть между нами и покорно вниз до дна. В чем, скажи, моя вина? Кто же мы теперь друг другу? Ложь, звонки и все по кругу. Притворяюсь, будто я больше не люблю тебя. Люблю, а может, черту любовь. Все понимаю, но я опять влюбляюсь в тебя. А может, черту любовь. Все хорошо, ты держись, раздевайся, ложись. Раз пришел. Окей. Маленький стоп. Вроде бы, если я смотрю на лободу и слышу ее, это очень много, как это говорить, стонет, да? То, она иногда делает, ты пишешь мне письма. Это очень много воздух, который сначала воздух идет, и потом только голос закрывается. Это называется по-английски aspire onset, если воздух идет и потом только голос закрывается. Это будет так, типа как так. Чёрту любовь, чёрту, чёрту. Это закрытый голос. Чёрту любовь, я понимаю, но я. Воздух. Понимаю, понимаю, но я. Голос, да? То, короче, одно называется onset, а другое называется aspiring. Onset, если воздух идет, а там никакой воздух нету. Эти слова она делает, называется vocal fry. Па-па-па-па-па. Вы слышите? Это называется vocal fry. Па-п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 а
воздух, и очень много так стонет. И потом она манипулирует, как это называется, larynx по-русски, по-английски это larynx. Она его, she drops the larynx down. Очень закрыто вот здесь.
И все типа очень закрыто вот здесь. She, как Лана Дель Рей, как она поет, she creates very little sound here. So what she has is she has a very close embouchure. She doesn't sing very bright and open on the vocal. It's like very, very close. Да. Окей, сегодня очень коротко была, но это первый раз, что я это все по-русски делаю. И попробую дальше сделать. И так, для некоторых, которые спрашивают, я в Германии не родилась, моя мама из России. Попытаюсь по-русски сделать и не забывать. Я очень люблю Россию, я очень люблю страну, я очень люблю русскую музыку. И я чувствую себя в сердце как русская девушка. И да, к сожалению, уже засыпает язык. И надо дальше делать, да? Окей, пожалуйста, напишите мне, поставьте лайк, если вы еще не сделали... Subscribe to my channel, да? И я вас увижу в моем другом видео. Если вы хотите посмотреть на Ани Лорак или чего-то, давайте напишите, пожалуйста, в комментариях. Окей. До встречи, мои друзья.